понравится. Если бы я покупал и у меня был возможность покупать такой автомобиль, я бы, наверное, купил именно в таком цвете, чтобы чуть-чуть выделяться из толпы. Это RAV4, конечно же, на новом кузове 2019 года выпуска. Офигенный нардо грей цвет. Здесь у нас стоит у нас движок с объемом 2,5 обычный. У нас есть кожаный салон внутри и панорамный люк наверху, мультируль, монитор, коробка-автомат и цена всего лишь $27 000. Вин-код в описании. Привет, передаю с Рустави. Постоянно смотрю его в Ютубе. Подписчик. Постоянно его. И вот приехал на рынке, встретились мы друг друга. Вы тоже приедете, мы тоже обязательно встретимся. Привет, Алмату, Казахстан. Привет, Казахстан, от Рустави из Грузии. Его предыдущие кузов и модели популярны стали. Я надеюсь и думаю, что эта машина тоже станет популярной, потому что на виду эта машина мне больше нравится, чем его предки. Это Jetta 2018 года выпуска, еще и в сел комплектации, что означает, что она полностью заряжена. Здесь у нас есть огромный панорама люк на крыше, есть у нас, конечно же, кожаный салон внутри, новый у нас есть внутри панель управления, который в предыдущих роликах я вам показывал, конечно же, коробка автомат, здесь внутри стоит очень такой экономный, скромный движок с объемом 1,4 и цена составляет всего лишь $12 500. Новый Jetta не только в сел комплектации, а GLI комплектации тоже можно встретить на рынке. Это уже